когда наш народ начал возвращаться, мечеть передали пользование мусульманской общине. Отремонтировали, но отремонтировали не очень важно, поэтому нам приходится сегодня все переделывать. Вот сначала надо сюда гипсокордон, чтобы закрыть крышу. Вот потолок, утеплитель. Люди дали утеплитель, но его мало, не хватает. Надо будет заспахлевать стены, закончить. На полы очень много средств надо. Мы считали, только на полы где-то нам около 90 тысяч тенге надо. Только для полов, чтобы постелить полы. Это не считая еще ковролина. Неме келді вақыт жәмілеріні кенеде кеніш япмаға, жематсы қылсын деп, рат-рат ибадетін, япсын намазын қылсын деп, бұтын мұсылман, әлхамдулиллях қолымыздан кеген шиыны кенеде бір бермеге, бір кішкене мұқ босады, кішкене бір чокыч босады, балта босады, енді келіп, енді қолымыздан келіп бір бісміля деп, егер Адам Аллах ризасы үчін япса, білсінгі бұл бош қалмаз. Алла тәлі оға кенеде қаршылығыны берер.